В Махачкале стартовал отборочный этап Всероссийской спартакиады следственных органов СК России среди команд из СКФО. Соревнования будут включать личные состязания и командные турниры в 6 спортивных дисциплинах. Футбол, плавание, легкая атлетика. Для участия заявлено более 160 сотрудников из Ингушетии, Северной Осетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечни, Ставропольского края и главного следственного управления СК России по СКФО. Сегодняшний день по плану у нас соревнования по настольному теннису, мини-футболу, а также будет легкая атлетика. Настроение заряженное. Хотелось бы, конечно, чтобы Следственный комитет нам давал возможность выбирать более другие наши виды спорта. Это борьба, дзюдо, что-нибудь с ММА связано. Ну, будем проявлять себя в футболе и волейболе максимально. Команды выборочно участвуют в спортивных дисциплинах. На протяжении 3 дней будут определяться лучшие в каждом виде спорта, после чего отберут одну общую от СКФО для дальнейшего участия на федеральном уровне. Естественно, отбор проходит по различным видам спорта, смотрятся какие-то спортивные качества, какие-то, возможно, бэкграунды прошлой жизни, да, там студенческой, профессиональной деятельности. В данном случае могу сказать, что наша команда заявлена на 2 видах спорта, это мини-футбол и настольный теннис. Команда максимально готова. В свободное от работы время мы занимались оттачиванием определенного мастерства на этом самом, чтобы показать хороший уровень игры.